Привет, ребята! Сейчас я еду в гости к Кате и Максу. Катя и Макс с родителями в Украине. Да. И сейчас мы с ними встретимся. Да. Настя подготовила подарочки. Куколка для Кати, для Насти и для Макса машинка. Моя вот эта беленькая, а для Кати вот эта брюнеточка. Угу. Соскучилась по Кате и Макс? Да, очень. Мы виделись летом. Сейчас уже весна. Настя соскучилась. Ну, на дворе такая жара. Да, настоящая весна пришла к нам. Лето. Теплота, теплота, солнышко светит. Мы уже подъехали. Саша сейчас на уроках. После школы к нам присоединится. Ура, мы уже подъехали. Папа. Настя взяла с собой колясочку, будут катать новых куколок с Катей. Привет! 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 Давай пробежимся. А давай на гонки! Давай! Я первая! Три, два, один. Пуск! Ночью или вечером я думал, что это какие-то страшные глаза. Эти фары. Я поняла. Они светились. Хотите полежать на качели? Давай. Давай. А где место? Королевство. Макс как джентльмен покатает девочек, да? Да. Что там секретничает? Шерсть! О, я тоже иду! Катюша и Настя откроют свои куколки. У меня фиолетовые. Фиолетовый цвет купальничка, а у меня розовый. У Кати брюнеточка, у Насти блондинка. Mm-hmm. Куколки Baby Alive. Вы довольны, девчонки? А как мою бэбика зовут? А ты назовешь ее сама, Катюш. Как ты назовешь куколку свою? Твайлайт. Твайлайт? Да. А ты, Настя? Я думала, что Пинки. Нет. Я ее назову... Алиса. Моя Твайлайт. Ну, открывайте свои куколки. Что же они умеют моя делать? Моя Твайлайт, потому что она фиолетовая. О, здесь скотч. Здесь кнопочка. Куколка разговаривает. У меня так же. Они умеют ползать. Ну, давайте освободим их. Смотри, Катя, бутылочка. Погремушечка. Там надо вода. Водичку налить, да? Молочко. Будете делать прически, расчесывать своих куколок. А здесь кенгурушка. Моя бутылочка расчесывается. Поможешь? А попробуй волосы расчесать расческой. Вот так будешь гулять со своей куколкой. Поможешь мне сейчас? Я кукла. Вот бутылочка для Настиной куколки. Расчёска. Желтенькая. Одела уже кенгурушку? Можно идти гулять с куколкой. Вот и Настина куколка Алиса и Катина Твайлайт. Да. Одеваете памперс? Да. Вот памперс. Только один памперс. Вот так, памперс одели. Костюмчик, боди одели. И можно идти на прогулочку. Да. Давайте посмотрим, как они ползают. Давайте. Я уже готова. Вот так нажимаем на кнопочку. Ой, надо как-то ее расправить. Ручки вперед.
Покажи нам, красоточка, как ты ползаешь. А сейчас я. Чика-чика-бум-бум. Вот так куколки ползают. Класс. Вот так замечательно. А сейчас время гулять. А моей время покушать. Давайте сначала покормим куколок, а потом пойдем на прогулочку. Вот. И обязательно прически. Да. Причесать. Вот так. Ой, какое вкусное молочко. Ням-ням-ням. А вы знаете, что вот эту бутылочку можно открыть? И налить туда молочка. Да. Или какую-то жидкость, компотик. Который подходит для молочка. Бам-бам. Или компотик. Чика-чика-бум-бум. И вот так кушает. Ну, я уже поела. Ой, какая шустрая у тебя куколка. Ага. Мы уже на прогулочку? А причесаться моя тоже уже поела. Так, причешусь. Вот моя расческа, какая желтенькая. А у нее фиолетовая. Да, приводим куколку в порядочек. Не одна косичка. Это хвостик. Не одна косичка. А челочку меня... можно ей расчесать. Да. А у меня она кудрявая для бородоколки. Да, ну, вот так, красоточки. Покремушечка. А можно сюда, на ручку прицепить? Мы все в лесу сразу ей сделаем. Класс. Бай-бай. Бай-бай. Вот так. Вот и мамочки одели кенгурушки, куколки с погремушками. Уже готовы идти на прогулочку. Сейчас. Даже здесь написано Baby Alive. И у меня Baby Alive. Ну пошли? Да. На улице хорошая погода, солнышко, красота. Ветер классный. Привет, ребята. Привет, ребята. Вы уже водичку налили? Ага, мы пьем. И как вы думаете, куколка умеет пить? Сейчас проверим, да? Давайте. Ага. Нашли, бутылочка в бутылочке станет меньше воды, тогда она умеет пить. Ну, сейчас посмотрим, пошли. Вот и колясочка, можно покатать куколок в коляске. Или сначала прогуляетесь? Сначала прогуляемся. Им нужен свежий воздух. Вот здесь будет наш пикничок. Да. Да пусть моя Baby Alive попьет. Моя Baby Alive. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, какая вкусняшка. Моя Baby Alive почему-то плачет из-за воды. Это водичка брызнула. Смотрите, она уже намного меньше. Класс. Куколки не только разговаривают, ползают, а еще и водичку пьют. I love you. I love you. Love you. Давай, папа. Попроси. Попроси. Вот так они ползают, красоточки. А где наши расчесочки? Колясочки. Сейчас принесу. Baby doll, bye-bye. Wanna go? Расчесочки. Ты хочешь причесать? Да, я хочу. Ну, собственно, мы перед кормлением одели памперсы. Угу. А то бы они все бы промокли. И мамочки возле них были бы мокрые, да? Да. Моя уже устала очень. Поместились. Красота. Открываем. Им нужен зонтик. Мне не кажется, что зонтик для мамочек. И для мамочки, и для куколок. Да. Это их зонтик, а для мамочек вот такой. Давай на травку заедем. Легонько, потому что они уже тут заснули. Ой, давай поменяемся местами, потому что там моя куколка, а там твоя. Нужно детенышу сделать. Да. Давай укачаем их на руках. Давай. Боже, как среди солнышка. Не хочет засыпать в колясочке? Хотят засыпать. Мне не кажется, что нужно под солнышком это делать. Да.
потому что они еще здесь солнышко, а им неудобно заснуть. Мы спрятали их под от солнышка под зонтик. Заботливые мамочки, молодцы. Все, они заснули, можно пока пробежаться. Давай, заходи, моя доченька. Пусть спят. Так, пусть спят. А мы идем прогуляемся. Пока куколки спят, мамочки прогуляются, побегают. Одевайте кенгурушки и гуляйте со своими куколками. Вот моя кенгурушка. Выспались такие довольные. Бум-бум. Чика-чика, бум-бум. Теперь покатаемся на качельке. Моя хочет сама сесть. И моя хочет сама сесть. Только с погремушечкой. Погремушечка ее самая любимая игрушечка. Так она играется. Вот это куколки довольные своими мамочками. Держитесь, я вас раскатаю. Осторожно. Держите своих малышей. Еще очень маленькая. Хочешь погремушку? Маменька. А моя уже играет. Вот так. Довольна я уже. Бай-бай. Девчонки, давайте устроим челлендж. Поставим бутылочки и посмотрим, какая куколка первая приползет в своей бутылочке. Давайте на одном уровне их поставим. Моя первая. Ой, какие шустрые. Моя первая. Моя ничья, давай. Одновременно пришли, да? А давайте еще раз посмотрим. Катина уже приползла почти. И Настина куколка догоняет. Нажимайте. А не подумайте. Моя первая! Первая пришла. Даже папка погремушку. Так. В первом раунде ничья. Во втором Катина куколка первая приползла. Теперь погремушку. Кенгурушки. Катина куколка ползет. Моя куколка погнала. Настина догоняет. Моя первая! Есть! Моя куколка. Катина куколка победила! Не расстраивайся, Алиса. Бай-бай! Моя сосна. Моя тоже. Идем, покатаем их на качельке. Давай, давай как-то дойдем. Вот так будем идти. Какой ловко. Спокойной ночи. Давай попробуем. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Милашечка. Ребята, вам понравилось видео? Напишите в комментарии. Подписывайтесь на канал Мисс Кэти. И Малитл Настя. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока. Вот-вот уже проснутся.
У нас шустрые девочки, но еще маленькие. Они пятнички. Ничего, не снимался.